Сегодняшний первоапрельский выпуск будет носить несколько скандальный оттенок. Дело в том, что российский шоу-бизнес – субстанция весьма своеобразная. И в нем даже есть свои термины. Например, «киркоровщина». Данное понятие обозначает прямолинейное и в какой-то мере даже бесстыдное копирование зарубежных хитов, в чем уже неоднократно обвиняли, как понимаете, самого Филиппа Бедросовича. Но вот неожиданность. Оказывается, большинство своих песен Филипп написал еще в раннем детстве и часто исполнял их на семейных торжествах. Эти выступления родные порой снимали на любительскую камеру, и пленка в свое время попала в интернет-сеть. Ну а несколько лет спустя многие зарубежные хитмейкеры впечатлились увиденным и решили использовать достижения юного таланта в своем творчестве. И сегодня предлагаем вашему вниманию далеко не полный список плагиатчиков. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. А пройду босой да по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. А я народу не дай. Как я уже сказал, это далеко не весь список плагиатчиков. Уверен, и вы, вслушиваясь в хиты многих европейских музыкальных звезд, сможете найти немало отголосков творчества Филиппа Киркорова. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
When you're strange, when you're strange.